Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. В рамках квалификации Лиги чемпионов Црвена Звезда сыграет против Пюника. Матч состоится 3 августа в 21:45 по московскому времени. В этой паре есть явный фаворит – Црвена Звезда, и на своем поле сербы постараются сделать уверенный задел перед ответным матчем. Пюник – нечастый гость на поздних этапах Еврокубков, и сейчас у команды появляются шансы зацепиться за один из турниров. В Сербии противостоять одному из двух грандов своей страны будет очень сложно, однако какие-то моменты у армян будут появляться, поэтому футболистам необходимо за них цепляться. До этого противостояния Пюник преодолел два раунда квалификации турнира. Пюник прошел Клуж и Дюдиланж, но те два соперника гораздо слабее Црвены Звезды. И на выезде в Сербии армянскому клубу будет крайне трудно. В чемпионате Сербии уже сыграно 4 тура, и Црвена Звезда забила 17 мячей, при этом на своем поле было 3 матча и хозяева не забивали менее 4 мячей. Для Црвены Звезды это первый этап квалификации, и хороший шанс пройти дальше, ведь соперник гораздо ниже классом, чем сербский клуб. Однако футболистам следует исключить недооценку клуба из Армении. Матч обещает быть интересный и не оставить равнодушными любителей футбола. И напоследок, интересные факты. Црвена Звезда выиграла 7 из 10 последних матчей во всех турнирах. Пюник не знает поражений в гостях уже 10 поединков подряд. That's what I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst I say and turn them to a game. Take the best I say and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally...